Привет, друзья, меня зовут Алекс, и это продолжение игры Cuphead. Как вы думаете, почему я здесь стою? Да, после аварии на компьютере, при которой я потерял все свои данные, мне приходится перепроходить робота, потому что этой серии не было, и я не успел ее загрузить. Она была утеряна вместе с жестким диском, так что ад продолжается. Будем пытаться бить робота. Ну, в моем случае еще раз. Мы с вами вместе первый раз идем на него. Ну, собственно, я его уж победил однажды. Может быть, получится его побыстрее победить сейчас. Дикий босс, просто безумие вообще. Да безобразие. Ну, что делать? Мы же с вами еще не проходили, значит, пойдем проходить. Так. Блядский магнит, не надо. Не надо, блядский магнит. Ура! Так, бьем туда. Блядь, одну жизнь, все, профукал. Профукал одну жизнь. На, держи в твое проклятое сердце. Здесь вот будем бомбами бить. Бляха, ни разу не попал. Так, в прошлый раз я выработал такую тактику, что надо бомбы бить пулеметом, уходя назад. А голову бить бомбами. То есть бомбы бить пулеметом, а голову бомбами. Да, вот такая вот логика, в общем, простая. Третья стадия была самой сложной. Поэтому я насчет этой первой, второй как-то особо вообще не заморачиваюсь. Да, я потерял одну жизнь, но это, в принципе, не очень плохо. Спешите, никуда не буду. Вот. Такие пироги, в общем, друзья. Бляха, было очень обидно потерять все файлы вместе с жестким диском. Ну, ладно, что сделать. На-к тебе, падла, пурпурноволосая. Так, надо не забывать про то, что мы умеем сжиматься. Бля. Главное очень стараться повнимательнее не попадаться на вот эти вот его искры. Бляха. Вот он, я попался. Докуда дошел с первой попытки? Ну ладно. Надо держать себя в руках, в ногах. На тебя, падла. Так, раздолбал я тебе эту дырку сразу. Блин, вот здесь вот неудачно я залез. На самом деле. Ладно. Сейчас все будет. Первый раз, да, более успешно пошел. Так, я тебе не дам, подлюка такая. По-быстрому все это сделать. Ага, неплохо. Сейчас, в принципе, я практически сделал ничем не лучше, чем в прошлый раз. На-ка. Так, давай. Блин, он мне, падла, зажал. Блять. Опять я на этот огонек попался, проклятый. Ух ты, повезло. На-ка. Блин. Да, блядь, все. Бессмыслица полная. Обидно, что я там попался на этих штуках. Неплохо. Так, на шариках вот этих нельзя вообще попадаться, на самом деле. Вообще нельзя. Лучше вот долбанный. Опа, хорош. Неплохо. Блять. Так удачно пошел. Вот магнит вообще не в тему вылез. Ладно, не ныть. Сейчас все будет. Ну, антенна-то антенна. На тебе в эту штуку.
Зачем эта авария произошла? Я так рад был, что я этого робота прошел. Что мои... что издевательства над моей психикой не дошли до критической стадии. Ну вот зачем? Вот зачем? Сейчас руки вылезут. Да, нет, магнит. Магнит! Магнит, 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 магнит. Блин, да ты слышишь? Ты антенну свою угомони. Шарик, 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 шарик. Луч. Блин. Ну ладно. Что делать? Плохо. Ушел, убежал, убежал. Блять, не убежал. Пиз. Попробуем блицкригом его бить. Блин. 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 Ебить тебя в жопу. Ну, давай, разбивайся, две жизни мне вот оставь на следующую. Ой, неплохо. Ладно, спасибо и на том. А? Главное на этой стадии не профукать жизни драгоценные. Потому что я просрал ее на первой стадии, а на второй стадии мне нельзя просирать жизни. Потому что кое-кто просрал жизнь на первой стадии, да? Логика проста, вообще как трусы. Главное не залезть во взрывную волну этой проклятой бомбы. А то я что-то все ближе и ближе к ним лезу. На тебе. На тебе, бляха-муха, не успел. Сучья морда. На! Так, 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 так. Главное, аккуратно. Аккуратно. Вообще, на самом деле, по идее, плевать, какого цвета он эти херовины кидает. Они одинаково убивают. Что те, что те. Пользы они нам никакой не несут. Блять, тут ты чё? Сука. У-у-у. Блин, ну долго надо держаться, долго. Да получи ты говна кусок. Ну шо ж ты такой гнусный-то? Так, 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 так. Держимся, держимся, держимся. Очень, очень и очень и очень много деталей всяких, которые отвлекают, очень сильно отвлекают. От сосредоточения на самом действии. То есть тут, бляха, довольно-таки сложно наблюдать все вот эти вот вещи. Блять, ну, сука! Это вообще просто невозможно. Ну, это возможно, я уже знаю, в принципе, на своем опыте. На тебе, падла розовая. Ручонки шаловливые. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Нихера не прокатит вам это. Забава. Главное, жаль, что плавного движения нет. Вот чё. Так. Так, 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 внимательно, внимательно, внимательно. Супер, 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 супер. Скрестите пальцы, друзья, я сохранил 3 жизни, пока. Надо по своей глупости не просрать эту запасную жизнь, которую я накопил. Опа, она тебя в жопень.
Ишь ты, профессор долбанный, блин, возомнил из себя, что он тут главный. Главный тут кто? У кого трубочка вон из головы торчит? То есть, чашка. Блин, два раза мог ему попасть, но не попал. На. На, я тебе закину сразу. Так, хорош. Так, 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 так. Бля, уже все, уже все свое преимущество потерял. Уже два раза преимущество потерял, блядь, дуралей. Вообще, блин, меня это уже раздражает. Особенно невесело проходить то, что ты уже проходил. Особенно, если оно какое-то было неебически сложным. Как этот проклятый робот, блять. Я специально его на самый конец откладывал. Лишь бы... Да ё-моё, ну что такое? Вообще просто невозможно. Шарики, шарики-лошарики, шарики-лошарики, шарики-лошарики. Бомбы вместе жахнули. Неплохо, блять, ну ты тварь, что ты будешь делать? Сохрани мне жизнь. Да давай уже, все, хватит ломаться. Бля, мразь такая, а. Что ж с тобой делать-то? Проклятый мусорный гигант. Два раза аж попал. Я уже все, разозлился, я в него уже два раза попадаю за один полет. Я ему даже в сральник пулеметом немножко попадаю. Главное, чтобы он меня врасплох не застал. Мразота такая. Блять, ну надо было сжать и все. Сумасшедший пердун. Так, так, так. Держись, 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 мой маленький друг. Ура! Сучий потрох. Обострись, гнида. Я тебе даже потом еще ульту могу бомбануть, но не бомбану, потому что я уже бомбанул. Мощно, мощно, мощно. Блин, ну, быстрее прошел, чем в прошлый раз. Быстрее, в два раза быстрее прошел. Еще и на четверку, еще и две звезды, еще и 6 из 6. Так же, как и в прошлый раз. Один раз даже Перри было. Отлично, ребят. Ух, вот эта победа меня радует. Это начало новой эпохи моих летсплеев, потому что теперь пришлось оторвать от своего сердца новый Винчестер. И воткнуть его в компьютер. Теперь мы будем базироваться на нем и записывать на нем. Теперь можно будет больше летсплеев засовывать в компьютер, хранить, обрабатывать, больше делать записей в свободное время. Потому что времени почему-то становится все меньше и меньше. А поиграть все хочется и больше, и больше. И поэтому нам необходимо записывать заранее больше, чтобы потом было что смотреть. А на этом серию мы закончим. Благодарю вас за внимание, друзья. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, вступайте в паблик ВКонтакте, пишите комментарии, ставьте лайки. И до встречи в следующих прохождениях игры Cuphead и других игр. Всем удачи и пока.